При входе в зрительный зал театрального подвала висят черно-белые фотографии, на которых изображены молодые девушки в военной форме летчиков. Фотоэкспозиция словно приглашает познакомиться с их историей поближе. Рассказали о ней артисты Саровского драматического театра. Спектакль «Ласточки Победы» поставила режиссер массовых мероприятий и хореограф театра Оксана Илларионова. По своему первому образованию Оксана Юрьевна – историк, поэтому на малой сцене состоялся настоящий театральный урок мужества. Постановка основана на реальных исторических событиях. Весь сценический материал выстроен в соответствии с документами и дневниковыми записями. Все, что мы показываем, основано на реальных документах, на приказах Президиума Верховного Совета, Комитета обороны, на указах Сталина, сводках с Южного фронта. Я обращаю на это внимание, что для нас было принципиальным сказать только правду. Здесь нет художественного вымысла вообще. Вот как было, так мы и сделали. Для спектакля «Малой формы» решили взять одно из событий Великой Отечественной войны. При поиске материала Оксану Илларионову зацепила одна фотография, на которой изображены 5 девушек, студенток МГУ. В годы войны 4 из них стали штурманами. Другую назначили начальником штаба знаменитого женского бомбардировочного авиаполка. «Ночные ведьмы» – так их прозвали немцы. Женщины-летчики совершали вылеты по ночам, а приблизившись к цели, выключали моторы. Можно было расслышать лишь свистящий шорох, который напоминал немцам шум метлы. Как я волновалась и ждала своего первого полета. Теория-то что? Вот как в воздухе себя будешь чувствовать? Несмотря на то, что у спектакля «Малая форма», в нем задействованы 17 актеров. В «Ласточках Победы» режиссер-хореограф воплотила много пластических, танцевальных решений. Спектакль не перегружен лишними вещами. Здесь артисты работают по так называемому ПФД – памяти физических действий. На сцене нет реквизита, поэтому актеры изображают предметы. Явиться в Краснопресненский военный комиссариат для отправки в войсковую часть. Приявки иметь при себе. Приписное свидетельство или военный билет. Традиционно на спектакль билеты разлетелись за несколько часов, но «Ласточки Победы» покажут еще в июне. Постановка останется в репертуаре и на следующий театральный сезон для зрителей старше 12 лет. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.